Но впоследствии, насколько мне известно из судебной практики, этот штамп утратил различительную способность, то есть словесный товарный знак, в отношении конкретного товаропроизводителя. И когда предприниматель попытался сохранить вот свою монополию законную на этот товарный знак, ей было отказано. Можно следующий слайд? Хочу сказать, что мы как раз переживаем такое удивительное время, когда на рынке происходят крайне редкие события, но эти редкие события могут повлечь очень серьезные драматические последствия. Можно обратиться к такому хрестоматийному примеру, который приводит Эндрю Гроф в своей книге «Выживают только параноики». На самом деле, если бы Эндрю Гроф владел всем аппаратом конфликтологии, он бы, наверное, назвал эту ситуацию «Выживают конфликт-компетентные компании». А конфликты в жизни возникают просто объективно в бизнесе. Судите сами. Разработчики процессора Pentium, первого процессора Pentium, я хорошо помню это время, накануне компания Intel провела шумную рекламную кампанию Intel Insight. Она обращалась напрямую к конечным покупателям, вышла на розничный рынок с делового рынка бизнес-ту-бизнес и столкнулась с такой неприятной проблемой. Один транзистор работал, был спроектирован неправильно. По оценкам экспертов, сбой мог произойти один раз в 27 тысяч лет у пользователей, которые занимаются астрономическими вычислениями. Смысл какой исправлять эту ошибку? Давайте оставим как есть. Но именно эта ошибка была растиражирована средствами массовой информации, которые сыграли роль провокатора в конфликте. И в результате был скомпрометирован продукт в целом, возникла паника. Сначала звонили потребители, которые связаны с инженерными расчетами. Для них эта угроза потенциальная была реальна. Затем стали звонить даже те потребители, скажем, ну как, домохозяйки, продавцы бакалеи, для которых эта угроза не представляла никакой опасности. И несмотря на разработанное программное обеспечение, призванное нивелировать эту ошибку, они ничего лишь не желали слушать. Поэтому компания Intel была вызвана отозвать вот эту многочисленную партию процессоров назад и заменить. Позже Насим Талеб назвал такую ситуацию черным лебедем. Черный лебедь — это то, что необычайно редкое событие, оно объяснимо в ретроспективе, то есть задним умом, и оно приводит к кардинальной перемене существующего расклада на рынке. В чистом виде конфликтная ситуация.